сначала мы делаем, не знаю как, обезьянка с соской первая. Бананы к ним, где-то же торт там бананы. Обезьянка с соской, и получается штаны. У нашей обезьянки весят, ну возьмите 9 грамм. Берем для этого зеленую, либо салатовую, либо какую-то там. Такое вот что-то. Сейчас сделаю вам камеру. Пониже. Фокуса. Побольше. Да, маленький там он реально очень маленький, поэтому мы тоже будем его делать маленьким. Итак, мы взяли 9 грамм нашей мастики. Не знаю, почему ее нарисовали заплатками. Мы скатываем шарик. Нет, я не буду с ними оформлять торт, это чисто для мастер-класса. И начинаем, как бы наш шарик приплюснули. И начинаем делить его пополам, и начинаем вытягивать наши ножки. То есть мы вытягиваем нашему малышу ножки из штанишек. Привет, привет, Севастополь, тоже привет. То есть 3,5 сантиметра, вот у меня получается, от пяточки и до конца. Такие ножки у нас. Чтобы наши ножки были не вот такими ровными, безжизненными, мы обязательно делаем такие вот насечечки. Еще одну насечечку делаем здесь. Как гусеница такая, смотрите, видите? Вот. И теперь слегка нашу ножку как бы изгибаем. И здесь то же самое. То есть вот он у нас такой посиживать будет. Все, сделали наши штанишки. Нам нужно нарастить еще совсем небольшой кусочек. У него очень они высокие, то есть мы не можем сразу здесь тель садить. Нам нужно добавить еще высоты нашим штанишкам. И вот для этой высоты штаны вверх тогда напишите так. Или плюс, просто добавьте плюс 2 грамма на верхний. По высоте он у меня получился 2 сантиметра. Если смотреть от попочки до пятки 3 сантиметра. Длина ноги получается 2 сантиметрика. Вот такой вот он классный. Итак, на тело буду брать 3 грамма. Небольшое тельце делаем. Делаем вот такой треугольничек. Слегка его прибиваем. И вот на наше тельце. Сажаем, вот он такой маленький. Это у нас полтора, ну даже нет, не полтора все-таки, если прям 1,8. Смотрите, подтягиваем аккуратненько нашу черную мастику, темную мастику к нашим зеленым штанишкам, чтобы казалось, что шва нету. То есть как будто вот они одеты на наше тельце. Вот так. Я видела, у нас девочка делала, вот Анечка делала из желатина пузырьки такие маленькие выдавливала. На бутылку с соской берем 4 грамма. Делаем, имитируем сос как бутылочку. Ну, конечно, кулинарный любаш, раз они торт заказали себе на конкурс. Вот такая у нас получилась большая бутылка. Да, два кондитера. Итак, делаем теперь, смотрите, ему вот как сосочку. То есть эта сосочка у него будет во рту, поэтому мы делаем небольшой такой кусочек. Такой маленький. Может быть, даже придется обрезать, я вам сейчас скажу. 0,9 она у меня получается. Но я сказала, что не знаю, может даже и подобрежем, если будет сильно большая. Такая бутылочка. Такое, знаете, ощущение, что у него бутылка из-под молока для малыша. Сделали соску. И теперь будем делать ему руки. Офигеть. Нет, даже знаете, не руки, мы сделаем ему голову и уложим эту соску, и потом сделаем ему руки.
Голова 12,5 грамм. Сделали, мы делаем такую розоватую мастику. Теперь нам нужно слегка ее укатать, чтобы наш шарик стал более таким прямоугольным. Делаем линию глаз пополам, то есть по центру. Начинаем вытягивать как бы наши щечки. То есть вот нам надо переднюю часть подвытянуть, а нижнюю наоборот туда подзадвинуть. То есть вытягиваем ему щеки. Давайте, давайте. Вот мы такие прям, июльские. Смотрите, вот такой у нас получился малышок. Вот такая вот голова. Теперь нам нужно с вами не такие ушки, оранжеватые. Ну вот как у мамы. Делаем уши такие, ушки-варенички. Мы с тобой ракели ног. Итак, скатали наши ушки. На ушки нам понадобится 0,34 грамма. Раскатали наши ушки приблизительно на 1,5 сантиметра. Не 15-го. 7,07. Почти. Чуть-чуть пораньше наид. Я попозже вылезла. Итак, скатали вот такие вот мы ушки и складываем их, как вот как червячки, да? Вот такие у них ушки. Ушки-червячки. Смотрим, чтобы они были на одинаковом расстоянии, на одинаковой высоте. Наши ушки. Берем краситель черного цвета. И сейчас нарисуем ему глазки. Нам нужно 1,2 грамма по длине. Они у нас 3 сантиметра. Такие ручки. Сделали. И берем для его самих кистей по 0,4 грамма. Может даже много, 0,4 грамма. Наверное, даже много, 0,4. Я думаю, знаете, наверное, 0,2 надо брать. По 0,2 грамма на каждую, то есть, кисть. Теперь мы с вами делаем следующее. Наши розовые мастики. Скатали шарики. Здесь сразу намажу. Создам липкий слой. Берем наши розовые шарики. Сделали защип. И приклеили к нашей коричневой ручке. Сразу делаем вот эти вот ворсиночки такие на ручке находят. То есть, как у обезьянок вот эта шерсточка. Расчесываем наши ручки. Еще делаем раз защип. Не знаю, как у вас, у меня уменьшился вот так. И теперь просто отрезаем пальчики. Ну все. Вот такие маленькие ручки. Приклеиваем нашу ручку. Приклеили. Здесь тоже место склеиваем. Ручку сгибаем слегка на локоток и прикладываем к сосочке.
помним, что у него на глазках блики мы должны сделать какие-то, да, то есть, ну, как бы, у них вообще по мультику бликов нет. Но просто смысл в том, что глаза вот безжизненные. Сейчас вот поставлю блик, вы сразу увидите, насколько эти маленькие блики творят чудеса. Не люблю. Сделай 1, 2, 3 по Энди Шефу. Очень вкусный шоколадный бисквит. Да. Вот так, смотрите, как глазки наши сразу ожили. И еще вдобавок, пока мы совсем все не закончили, ну, мы уже с ним закончили, надо сделать ему, не знаю, хотя у него, наверное, хвостика нет, потому что вот он сидит в штанишках, хвостик не обнаружен. Может, у него не вырос еще? Еще у него на голове такие маленькие точечки-волосиночки, мы их просто нарисуем. То есть, если вы хотите позаморачиваться, конечно, вы можете сделать их из мастики, но я заморачиваться... Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какая красота. Как будто она хочет погладить или что-то, я не знаю. Вообще супер смотрится. Так, это у нас первая обезьяночка. Вот она готова. Так, 34,5 грамма. Такой вот мой маленький.